Рижский порт. Более 800 лет опыта. Наша цель – превратить Рижский порт в ведущий в странах Балтии. Чтобы достигнуть этой цели, нам необходимо ознакомить и вас с нашими планами. Сегодня, когда мы можем окинуть порт взглядом с высоты птичьего полета, абсолютно ясно, что лучшего места для гавани быть не может. Просторный тихий залив, в который плавно впадает река Даугава. На месте, где 15 столетий назад находилось небольшое поселение древних ливов, выросла метрополия Балтии, город Рига. А начиналось все с порта. Князья, короли и императоры Польши, Швеции, Дании, России все как один стремились завоевать ключ к Риге и ее порт. Каждый из них оставил свой след в облике города и порта. Дома, маяки, пристани, корабли, навигационную академию, а также традиции судостроения. Выгодное географическое положение. На протяжении веков через Ригу пролегает кратчайший путь между Востоком и Западом. В деле надежной и скорейшей транспортировки любых видов грузов по наиболее короткому пути у Рижского порта нет конкурентов. Благодаря единой ширине колеи мы можем обеспечить непрерывный поток грузов напрямую с кораблей железнодорожными составами в Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан, на Ближний Восток, в Турцию и Афганистан, а также в обратном направлении. Мы гордимся тем, что Рига является неотъемлемым звеном Европейско-Азиатского коридора. Надо также отметить, что наиболее удобный и короткий путь для транспортировки китайских грузов в Швецию, Норвегию или в любую точку Северной Европы проходит через Ригу. Безупречная логистика и инфраструктура. По обороту грузов мы являемся крупнейшим портом среди прибалтийских стран. В 2013 году объем перевалки в Рижском порту достиг 35 миллионов тонн. Наш порт также является четвертым крупнейшим портом на восточном побережье Балтийского моря. Наша сила заключается в многопрофильности порта с его причалами протяженностью 14 километров. Общая пропускная способность порта составляет около 55 миллионов тонн в год. Максимальная глубина акватории порта достигает 16 метров, что позволяет обслуживать суда типа «Панамакс» и пассажирские круизные лайнеры. Работы по углублению и расширению фарватера дают возможности приема крупнотоннажных кораблей. В порту и портовых компаниях постоянно работают около 20 тысяч человек, поэтому наш порт, несомненно, является флагманом латвийской экономики. Надежность, качество, цена, скорость. Мы придаем особенное значение таким факторам, как цена, скорость и качество обслуживания наших клиентов. То, что в порту на любом уровне можно без проблем общаться как на английском, так и на русском языке, также повышает доверие и исключает недоразумения. Нам поручена перевалка растущих с каждым годом объемов гражданских грузов НАТО, что подтверждает надежность и качество сервиса в Рижском порту. В 2003 году компания Bureau Veritas Quality International присвоила управлению Рижского свободного порта сертификат управления качеством ISO 9001, а два года спустя сертификат управления средой ISO 14001. Обеспечение безопасности на терминалах соответствует Международному кодексу защиты судов и портовых сооружений ИСПС. В 2011 году специальным решением парламента Латвии была создана полиция порта как подразделение управления, отвечающее за общественный порядок, контроль и безопасность в порту. Экопорт. Мы гордимся тем, что на территории Рижского порта зеленых зон с их многообразием флоры и фауны больше, чем во всех остальных портах европейской страны. В нашем порту работают опытные профессионалы, способные незамедлительно обеспечить все меры для безопасности судоходства и ликвидировать угрозу для окружающей среды и людей в случае чрезвычайной ситуации. Развитие порта. Рижский порт с его статусом свободной экономической зоны открыт для инвестиций. План развития острова Криеву предусматривает создание многофункциональной территории для терминалов с четырьмя причалами, пропускная способность которых достигнет 22 миллионов тонн. Все это на 76 гектарах, занимающих удобную географическую позицию у самого устья реки. На острове Кунзиньсала площадью в 181 гектар мы и впредь продолжим развитие терминалов для перевалки генеральных и насыпных грузов, центра логистики, контейнерного терминала и индустриального парка. Общий объем портовых территорий, предназначенных для развития, составляет около 350 гектаров, включая луга Спилве. Мы предлагаем исключительно выгодные условия долгосрочной аренды земли сроком до 45 лет и гарантируем оперативное рассмотрение заявок и бизнес-планов. Наши преимущества.
У Рижского порта идеальное стратегическое расположение на перекрестке транзитных путей в самом сердце Балтии. Порт открыт для судоходства круглый год. Работают многофункциональные современные терминалы с высокой пропускной способностью и развитой инфраструктурой. Глубины в порту позволяют принимать суда типа «Панамакс» и крупные круизные корабли. Имеется развитая железнодорожная сеть, соединяющая Ригу с Россией, Казахстаном, Турцией, Афганистаном и Ближним Востоком. В вашем распоряжении обширные территории и замечательные возможности для инвестиций и развития на основе долгосрочной аренды земли. Все это дает вам уверенность в будущем вашего бизнеса. Добро пожаловать в порт с более чем 800-летним опытом и историей.